Привет и добро пожаловать в новую рыболовную серию. Сегодня я сменил локацию. Вот, решил я, короче, поехать в Мисхор. А первоначальная идея была у меня поехать на Лубку. И что-то уже посмотрел по времени, короче, как-то не то. Думаю, в общем, поеду я сюда. Попробуем порыбачить здесь. Взял я с собой ультралайт. Взял креветки. На всякий случай, думаю, может быть. Да не может быть, а так оно и будет. Сразу попробую покидать на форель. И что? Взял, как всегда, уже со мной, наверное, сумки они не достаются, кренки. Вот, заказывал, короче, дешевые там. 6 штук, по-моему, на 500 рублей. Такое, короче. Попробовать. Вот. Ну, а также силикон. Останусь на вечер. На пару часиков вечерней рыбалки. Как раз до последнего автобуса. Попробую покидать на Ставриду. Вот. А кому будет интересна такая информация, 132 автобус ходит непосредственно с Ялты, а именно с Гоголя, до Мисхора, а вообще идет до этого, как он называется, до Воронцовского. Вот. Ну и кому будет неохота брать машину, или у кого нет машины, а хочет посмотреть, порыбачить в новых местах, в принципе, можно воспользоваться таким маршрутом. У меня как бы машина есть, но проблема с парковками и как бы неохота ее брать. Так что такие пироги. Вот. В принципе, в Яндексе можно все найти. По Яндекс.Картам. Я, кстати, ими и пользуюсь. Вот. Сейчас мы выдвинемся на пляж. И, наверное, с какой-то буны начнем прокидывать, искать форель. Вот. И потом, наверное, тормознем на одной такой дикой буне, диком месте. И попробуем уже на вечерочку там остаться. Наверное, сразу пойдем на конечную точку, на конечную буну. И попробуем оттуда половить рыбу. Рыбаки уже присутствуют. Че время терять-то? Сейчас пока дойдем и уже в принципе останется пару часиков покидать на форельджан. Да какой даже пару часиков? Часик останется, а потом будем переключаться на вечернюю Ставриду. О, 4:30 как раз. Блин, какой кайф. После шторма проходы все открыты. Не надо прыгать тебе ни по каким буеракам, камням. Вот этот камушек хороший, интересный. В принципе, можно попробовать здесь тормознуться, покидать вдоль бережка. А потом, может быть, переместиться. Ага. Там уже дядька стоит. Ну ладно. Попробуем. Да, наверное, здесь тормознусь. Класс, забор не надо перелазить. Спустился. Вообще кайф такой. Оп. Оп. Надо вспомнить, как я туда забирался. Опа. Тут после шторма что-то я смотрю подрасколбасило. Здесь, по-моему, камушек был. Или не было. Или не было. А как я сюда залазил? А вот так вот я и залазил. Опа, смотрите, он сколько стеллажей понакидало после шторма. Ну, здравствуй, камушек. Давненько меня здесь не было. Да, единственный косяк, здесь ее неудобно будет брать. Хотя.
Хотя... Главное, чтобы она клюнула. Ой, кефали сколько пошло. Главное, чтобы она клюнула, а взять мы ее возьмем. Ладно, распаковываемся. Сегодня взял с собой 2500-ную катушку от компании Nautilus. Ну а также Ультралайт, Эгоист, Экоист. Тест от 0,6, от 0,5 до 6 грамм. Быстрый строй. Прикололся я к этой палочке. Это непередаваемое ощущение. Почему я раньше не познал все прелести этой рыбной ловли. Сейчас поставлю вот такого вот монстра. Вес, по-моему, 3,08. Попробуем покидать. Форель есть, видел, и вот начинаешь за ней уже бегать. Сколько раз тебе говорил, что больше все не буду, только вот стоит ее увидеть, и начинается гонка. Ну а опять-таки я повторюсь, это единичные почему-то выходы ее. Перепробовал два разных цвета тренда, потом переоснастился под цвет. Тысяча. Сто раз она вышла и все. А там форель взяли. Вчера или позавчера. А, вот они там и сидят. И там форель взяли. И я ее сегодня видел, она крутится. Ну, дно мне здесь что-то не нравится. Там вот поглубже, привет. Там поглубже, где два человека. Где два человека сидит. А там не пройдешь. Переместились на другую локацию. Будем пробовать здесь. Ага. Да, тут штормило хорошо. Ну тут поглубже, да? Тут поярче. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Как успехи? Как ты выше подними, они сейчас сварю. Форель. Все, Серега уже с рыбой на новом месте. Красотка какая. Беркли, Беркли. Ну пока есть, наверное. С запахом курицы. Да, хорошая. Лень какая.
Ну ничего, у меня первая тоже подписала. Есть. Это хорошая. Селедка. Вот это зверюга. Охренеть. Вот это лапать. Вот это лапать. Это ершара. Угу. Вот это пачка. Теперь вот эта непогода будет, я буду мечтать о рыбалке на ультралайт. Нахрен. А? Нахрен я начал на него ловить. Да, и чаще по кнопке начались. Видишь, силикон мелкую его отсывает. Ребят, никому не советую ультралайт вообще именно. Не привыкайте к нему. Это такая классная штука. Надо поглубже опускать его, а? А может больше кусочек, видишь, мелочи не может давать. Вот это села. Или она большая? Или бойкая? И то, и другое. Ну, подача хорошая. Да, 2 грамма все-таки решает. Сейчас поменял эту самую чебурашку с 1,5 на 2 грамма, вообще класс. Сегодня в приоритете
куриный ставридный силикон. О, ну Серега подлавливает. Это на моей стороне мелочь. Проверить, что она там типа. Вот она. Мелочь. Кс-кс-кс-кс. Иди. Красавчик. На. Кс-кс-кс. Быстрей. А ты сейчас прощелкаешь свое счастье. Хотел 10 часов домой. Так откуда я вас ставлю домой снова? Вот это куриный телефон. Она походу подходит. Ну, у меня чуть поменьше. В раза два. Сюда смотрит уже и потолание. Ну, туда так нормально. А, у тебя ж поменьше. Она в натуре вот сейчас у меня была такая подача, я здесь промахнула. Действительно, по клёвке, как вот карасин. Да, прям так. Я вам еще, ребята, раз повторяю. Не берите ультралайт, вообще не попробуйте. Блин, ну это домой не уйдет. Это домой не уйдет, это приятное ощущение. Особенно когда работает куриный силикон. Ну подача, конечно, мама не горит. Вот это да! Вот это ставрида! Класс! Сегодняшний улов, в принципе, довольный. Класс! Не высыпаю, дабы руки не пачкать. А так нормалды. Таможня встретила. Все. Ой, ты хрюкаешь еще. Мягенькая так. Тепленькая. Вот так, ребят. В общем, народ, рыбалку мы с Серегой завершили. Рыбалкой мы довольны, да, Серега? Да, конечно. Блин, вообще ставрида порадовала вообще на ура. Никому не советую ультралайт, это вообще сумасшедший отрыв башки, именно просто пипец. И топ, можно было дольше сидеть, ну, блин, домой надо ехать.
Так что, кому понравился такой видеоролик, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, а также переходите на телеграм-канал, туда выходит все самое первое. В общем, с вами был на канале Стикбарди, всем добра, бобра, пока, увидимся, пока-пока.